Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Жизнь после. Давайте. А что же забыл, в чем у нас там? Продолжение-то следует. Не помню. Где даже остановился. Так что будем вспоминать вместе. Так, так, так. Так, так, так. Ну, вроде. Вроде нормально, пока. Эй, мне что-то надо чинить. Как дела, Бац? Только заправка. Взгляд, да? Еще увидимся. Хорошо, так. Смотрим. Давайте. Быстрая телепортация. Ну, кстати, чего удобно, да? Если во время езды на байке удерживать. Хорошо. Тихо, тихо. Садись. На байк. Кто-то есть. Давай. Смотрим. Так, заходите. Что случилось? Подстрелили. Там, через дорогу. Нужно собрать отряд и догнать их. Не, меня это не касается. Они забрали Мэнни. Блин. Ты послал Мэнни за припасами? Я руковожу лагерем, Дик, а не лезу со своими советами. Иди ты, Коу! Первый фрик. Так. Так, минутку. Как выяснилось, последний день. Стояла за прилавком в маленькой кофейне в Фербеле. Звучал сигнал тревоги. Давайте смотрим. Вроде недалеко, да? Что-то никого не вижу пока, ладно. Что у нас там? Людей нету. Будем разведку проводить. Вот он байт. Коуп, я нашел его байк. Попытаюсь отыскать его самого. Я узнал, что они устроили засаду на шоссе Сантиам. Да, я уже нашел. Конец связи. Ну-ка, садись. Сюда потихонечку, помаленечку. Так, на этот прикол мы не купимся дважды. Они специально так подвешены. А что, я с этим угадал, что ли, только? Надо перезарядить. Ладно. Он вякал. Так что, скорее всего, я угадал. В
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Господи, я-то думал там. Вот так. Так, а теперь давайте посмотрим, кто там. Винтовкой маячил. Еще один трофей. Оп. Вот и все. Есть. И так, кстати, что у меня? А с этим пока нормально. Так, здесь у нас что? Здесь ничего, здесь ничего. Ну а здесь по максимуму через плечо. Нога! Нога! Так. Ну, пойдем. Нога, капкан. Если бы меня это все беспокоило. Куда, куда? Кто-то говорит. Ну ты попал. Давай. Вот так вот будем с вами тогда. Раз не хотите с арбалетом связываться, у меня вот для вас припас. Так. Будем смотреть. Где и кто еще остался там? Все, никто больше не хочет геройствовать. Правильно, не время для всего этого. Где ваших бьют? Кто кричал? Нет. Сюда, сюда. Куда? Куда? Туда? Непонятно. А, черт. Черт возьми. Я что-то видел. Ну, вот так вот. В тайне ты с собой унесешь.
Ой-ой-ой. Грибочки. Возьмем. Дик. Привет. Вставай. Я бы не позволил ему тебя убить. К тому же, кто еще мне тут починит карбюратор? Вони. Поднимайся. Медленно. И не звука. Почему твои роллерки? Так. Уходим. Я даже не знаю, с тебя трофей только взять. Так что случилось? Что ты там делал? Ну, короче, я несколько месяцев на вылазках не был. Решил, типа, вклад внести, не халявить. Понимаешь? В округе полно придурков с пушками, Мэнни. И очень немногие умеют чинить тот хлам, на котором ездят. Да, да, коп так и сказал. И в кои-то веки я с ним согласен. Слушай, ну почему у нас все вот так? Ты куда? Как так? Бежим. Все и каждый пытаются друг друга убить. Мэнни, знаешь, сколько народу сидело в тюрьмах до того, как все началось? Я имею в виду здесь, в Штатах. Без понятия. 2,5 миллиона. Прибавь сюда условно и досрочно освобожденных, и получишь почти 7 миллионов. То есть из 35 человек обязательно найдется один, кому срать на закон. Да. Это только те, кого успели поймать. Черт. Вопрос не в том, почему сейчас так, а в том, почему раньше так не было. Больше я из лагеря носа не высуну. Это неплохая идея. Все? Дальше сам дойдешь? Да, да. Ну, ладно. С меня причитается. Если бы не ты, я бы уже был труп. Мэнни, знай, впахивай. Ну да, чтоб кормили. Все верно. Что тебе плохо-то? О, твои мысли тоже благородные. Благородство. Надо смотреть, кто здесь. Да пипец. Хоть на барахолку ехать. Можно в городишек сгонять. Это потом. Не обязательно сейчас. Куда ты меня отправляешь? Какой-то километраж. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Давай. Это мы сюда согласны. Подзаправиться бы еще. Так, если увеличить запас сил, вы сможете дольше бегать. А я его на максимум прокачал. Вот только жизнь, не знаю, на максимум у меня или нет. Ничего сложного. Да? Надо убедиться, что у меня всего хватает. Ловушек, патронов, молотовых. Всего, что смогу унести. Нет. Если это Орда... Коуп, я его нашел. Слава тебе, Господи! Он жив? Подожди, если это Орда, сначала мне надо... Сюда тогда. Охрен ли я сюда-то? А, ну ладно, заправились сейчас. Заправлюсь за вооружейку, скажу, здесь же. Коуп, я его нашел.
Слава тебе, Господи! Он жив? Немного помят, но жив. Я так понял, группа намадов пыталась вытрясти из него сведения о вашем лагере. Сколько у вас человек, сколько оружия? Надеюсь, он сказал, что оружие у нас завались. И что мы его не сложим. Федералы нам больше не указ, так ведь? Нет, не указ. Мэнни возвращается в лагерь. Скажи ему, что пахал и не рыпался. Отбой. Блин, трофей, мне будут... Привет, Дик. Как дела? Припасы. Лэ, как дела? Так, нет места, нет места. На оружие. Нет. Шкаф. Так, особое. Особое, так, что у меня? Коготь. Полуавтоматическая снайперская винтовка, основной пулемет российского производства. Вот это возьму за пистолет, так. И основное, вот это, наверное, возьму. Ага. А что у меня, кстати? Подожди, 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 припасы. Ясно. Эй, Дик, ты уж будь осторожен. Да, конечно. Ну, теперь можно приближаться. Охохошеньки, хо-хо. Где ты хочешь взять креозот? Я вижу, тебе нравится гонять на самосвале. А, еще как нравится. Короче, я поехал к старой лесопилке. Там несколько цистерн с креозотом. Этого нам за глаза хватит. К лесопилке? Насколько я помню, там орда. Огроменная. Да. Да, это я, в общем, и сам знаю. Тебе все не мется на тот свет? Даже после того, как жену нашел? Дик... Я даже помню ее там, эту орду. Да нет, нет, ты не понял. Все под контролем. Ты, главное, будь наготове. Как расчищу дорогу, я тебе сообщу. Конец связи. Да. Арики. Бухарь сказал, ты поехал к старой лесопилке. Да, Бухарь ведь у нас... Он начальник охраны, он обязан был мне сказать. Ты помнишь, мы там с тобой были? И я показала тебе орду, которая там живет. Да, что-то такое было. Огромную орду, которая там живет, спит и кормится. Да, да, помню. Короче, Рики, пока я был в ополчении, они, то есть мы... Ну, в общем, мы разработали типа супермолотов. Супермолотов? Да, ну, в общем, это типа напалм. Короче, за меня не волнуйся. Дик, ты нам нужен живой. Не бойся ты, все нормально будет. За меня больше волноваться не надо. Я знаю, что делаю. Рики? Да, Дик. Считай, что я зажигаю свечку.
Ясно. Ну, то есть, в данном случае, скорее жгу напалмом, но смысл ты поняла. Да, поняла. Так. Посмотреть мы посмотрели. Подкатить ближе мы подкатим. Орда. Ой. Я должен поставить ловушки. Блин, блинский. Только не раньше времени. Ой-ой-ой. Тихо. Ни хрена. Я ж не знал, что там проход был, а этот падла там еще бежит за мной. Я должен поставить ловушки. Так. Блин, что вы меня так пугаете? Ни хрена тут нет, да, такого? Да давай-ка посмотрим. Я должен тут везде бегать, в общем. Ага, вот так это все работает. Как-то не очень. Ладно. Итак, из-за маломощности к моему компьютеру к данной игре я отключил видеокамеру, поэтому будем добивать орду так. Хотя, по идее, надо вообще переключиться. Знали бы вы, как я это все бомбил. Гранатами, бомбами. Не-не-не-не-не-не-не. Если что, мы туда едем. Гранатами, бомбами. Что у меня осталось? Ну-ка. О, ну, смотри-ка, еще... Могу их хорошенько поджечь. Уа, мне знаете, что надо? Вот этих вот создать. Да-да-да-да-да. Самый хороший вариант. Так, надеюсь, запись у меня идет. Подожди. Давай. Давай, 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 а то собьют нахрен тебя. С лесопеда-то.
Одиночная цель. Да тихо, хрен вам! По зубам. Ушел в занос. Давай. Вот так. Сейчас посмотрим, где они у тырки эти. Вон они. Блин, их там до хрена так-то еще. Трофей. Да нахер мне твой трофей вот этот вот. Убогий. Так. Вот у меня проблемка-то вышла тогда еще. Ну давай, давай. Блин, раз у меня глючит нахрен. Только из-за чего? Ну, мне кажется, из-за того, что до хера вот этих персонажей. Ага, ни хера не сработало. Тихо-тихо. Так. Тихо. Ой-ой-ой. Вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Беги! Твою-то мать. Орда вернулся нахрен. А, блин. Как долго они за мной вот гнаться будут? Надо перезарядить все оружие. Давай, давай, давай. Начал дело утром, блин, закончил дело ночью нахрен. Хрен там, через кучу прорвусь. Ни хрена не прорвался. Ладно, ладно.
Блин, так-то реально эту кучу, блин, долбить-то. Так, поехать на лесопилку. Двери! Закройте. Надо бомбу расставить. Так, я так думаю, по игре они уже там. Снова ждут меня. Не могут они здесь тусоваться. Должен был бегать, по идее, там обороняться, все это стропило резать. Так, с дистанционным подрывом. Давайте, ребята, вам сюда. Засуетились. Шуму на стреле. Лови! Оп. О, вроде неплохо. Это остатки орды. Я так понимаю. Которые уже не сдадутся. Тихо. Охренеть. Справился. Ну давайте теперь к бухарю. Самое что поганое, этот сюжет я прошел, но у меня там пипец глючило и все тормозило. Компьютер там маломощный. Подъезжай. Смотрим видео. Ну ни хрена себе. Я все веселье пропустил. Да. Ага. В другой раз. Чур я рулю, а ты бегаешь от фриков. Ладно, брат. Давай, вон там останови. Я понял. Так-то, по идее, недолго осталось. Ну, немножко. Гони в лагерь и жди меня там. Ладно, только бухай. Ну, зато интересно. Ты поосторожней. Ну я что, по-твоему? Хренов камикадзе, что ли?
Так. Байк. Дик, ты на связи? На связи, сейчас я к вам прибуду. Что такое, Рики? Грузовик пока не готов, надо еще кое-что доделать. А как закончу, я с тобой свяжусь. Спасибо. А если что, я готов. Дик, ты хорошо? Я прекрасно себя чувствую. Бессмысленный диалог. Вот здесь. Ну, скажу честно. Первый раз, когда я проходил, блин, такой момент был, где мне было не по себе. Так, менять по оружию надо. Там кто-то у ворот. Я его знаю, пропустите. Самое что, игра-то у меня идет хорошо. Дима, у меня запись идет хреново. Потому что, ну, извините, маломощный компьютер, поэтому и запись идет хреново. Хотя игра-то идет хорошо, без глюков, без торможений. Эй, Дикон. Бас. Я заправлю. Лады. Если что, я здесь. О. Трофеи. Дик, давно не виделись. Привет, Блэр. Как торговля? Так, оружие. Припасы. Шкаф. Особое я хочу поменять на винтовочку. С ордой распокончено пистолет. Вот он новый. Чуть-чуть. Лучше. Отлично. А основное, да пусть так и останется. Ну-ка. У этого, правда, урон больше. Но он только вблизи. Так что. Хотя можно взять, что нет-то. Можно взять. Блин. Темп стрельбы меньше. Точность маленькая. Точность повыше, но урон чуть поменьше. Это что вообще такое? Несмотря на это... Да ладно, так оставим. Ага. Заходи почаще. Пойдемте. Дик. Что у нас сейчас самое интересное будет. Блэр, отлично выглядишь. Открывай. Я открою. Осторожней там. Давай. Смотрим сюжет. Вот здесь интересно очень. Похоже, все готово. Ага. Рики все к рулю подвела. Доедем до главного входа, спрыгнем. И прощай, ополчение. Слушай, а ты точно не передумал? Ехать далековато будет с одной-то рукой. Говняк. Бухарь, мы оба знаем, что это может быть путь в один конец. Ага. Не придется обратно тащиться. Да, Дик, я в деле. Дружище. Чуть не забыл. Только два байкера могли ввязаться в такую херню. Да. Только мы. Ага. Ну что, мы едем или как? Все, погнали. Собралась таки. Сейчас смотрите, вот самое что удивительное. Как дела, Дик? Будет в конце. Крутой жилет тебе идет. Рики, Эдди, спасибо, но эти девчонки полюбят друг друга. Надо еще кое-что сделать.
Да. Твои слова запали многим. У меня много сторонников. Говорю же, один ты не справишься. Это безумие. Не за тебя стараются, а за него. За Железного Майка! Железный Майк! Железный Майк! Железный Майк! Железный Майк! Да, ты уж не сердись. Я позвала твоих друзей с севера. Когда прошел слух, что мы будем драться, они рванули сюда. Гоу! Говорят, ты тут хорошее дело задумал? Показать ублюдкам-ополченцам, что не они тут распоряжаются. Ты не раз нас выручал, вот решили помочь. Ну, мы очень рады. Мэнни! Привет, Дик. Молчишь и пашешь? Ну да, молчишь и пашешь, тебя кормят. Гонят тебя на дурацкие поручения, подставляют Мэнни, под слушай, пули. Это все... Нет уж, нет уж. Я не останусь в стороне. Да, решили помочь все. Серьезно, что ли? Hot Springs? Ага. Я сообщил, ЛК. Дик. Привет, ЛК. Такер просила передать, что сама лезть в драку не сможет, но хотела бы. Не сомневаюсь. И что мы бы давно сдохли, если бы не ты. Мы хотим вернуть тебе долг. Хорошо, ладно. Ну что, надерем жопу ополчению? Мы готовы ехать. Ладно, слушайте, план простой. Мы с Бухарем едем к северным воротам и взрываем их нахер. А когда все побегут в сторону южных, вам надо просто следовать за Рики. Да? Все готовы? Да. А вы двое готовы? Короче, я сообщу тебе, как проедем мост. До тех пор не выступайте. Ага. Ну все! И вот сейчас начнутся такие печальные элементы, которые меня разочаровали при первом прохождении. Ну, реально, я так взгрустнул немного. За Железного Майка. А все из-за Бухаря. Тварь такая. Нагнал там интриги-то нахрен. Вот он, несознательный элемент. Слышь, Бухарь, сваливаем! У нас всего один шанс, братан! Какого хрена, Бухарь? Давай, у тебя жена. Вот так вот, дружище. Самое удивительное. До этого он у меня не плавал, падла. Чуть-чуть проплывет, и все, и сразу надо на берег. Нету у него функции в игре плавать. Винтовка у меня хорошая. Как я от нее не устал еще? Почему ты не прыгнул? Потому что. 150. В таком, представляете, в таком маленьком пистолете-пулемете 150 патронов. Ну и вранье, конечно. Как же так, Бухарь? В Бизоне и Зубре и то. Даже в Шнеково. В магазине там и то столько нету. Всех до последнего!
лезь уже! Где ты? Давай. Сара, Сара. Надо найти Сару. Так, 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 так. Ковчег. Мне нужно в ковчег. Ой, да я туда без проблем сейчас иду. Блин. Здесь у меня что? Ничего. Кстати, вот здесь полковник стоял, падла такой. Извините, прошу прощения. Ну, давайте посмотрим небольшое видео. Самое что прикольное, мне понравится, как полковника загасят. Завалено! Иди к верхней пещере! Пошел! Отголосок на Игры престолов. Иди наверх и ставь заряды! Да иди уже, мать твою! Ты понял? Иди! Живо! Шиза! Говнюк Шиза! Я иду, Шиза! А значит, по-хорошему вы не хотите. Вершина. Я должен попасть на вершину. Надо как-то мимо пробраться. Мимо кого? А, мимо них, да. Надо было пробраться мимо них. Там, по идее, ловушки всякие. Снайпер. Наверное, там, на вышке. Надо его убрать. Надо его убрать. Так. Так, вот эти бочки-то надо было бы взорвать, бы так бы, по идее. Мне надо их обойти. Уже почти. Давай, давай, вперед! Так. У кого писюн больше, да? Не прорисовано, да?
Давай. Вон они внизу. Рики, ты меня слышишь? Не показано, блин. Дик, мы их разбили. Мы их разбили. Дик, Дик. Да я поздравляю тебя. Рики, у меня сейчас... Рики! Свой геморрой. Наконец-то. Держись, Сара. Огонь! Огонь! Сбоку закон! Снайпер, ложись. Так. Дело-то в том, что у меня есть. Так. Ну давай. На. Господи. Мне не вы нужны. Давай. Кстати, вот этот маньячина меня, блин, взбесит. Как его надо будет убивать, это пипец. Быстрее. Вот. Все готово. Отлично. Сколько там? Хватит. Все, к полковнику. Идем. Нет, я же тебе сказал, никакой жалости. Капитан Саркози, разрешите доложить. Будешь делать уроки. Сейчас я запишу и будешь делать уроки. Сколько зарядов установили? Капитан, мне нечего ждать. Мы не успели заложить все. Почему нравится? Я тебя спрашиваю, сколько? Три. Три, сэр. Ладно, ладно. Я спущусь вниз, заберу Уивера детонатор. Охраняйте вход в пещеру, поняли? Чтоб никто сюда не пошел. Да, конечно. Вот заряд. Да, сэр, я понял, сэр. Никого да, не пускать. Есть. И не вызывайте меня по этому каналу. Так, черт. Можете его прослушать. А где остальные? Я иду, Шиза. Жди меня. Он упал. Так. Вот так. Потихонечку. Помаленечку. Так. Так, второй заряд. Их всего три. Давай уже, сволочь. Так. Ну, вроде бы все. Еще один. Надо найти последний. Я рядом, Шиза. Я уже рядом. Давай. Вот он. Аккуратно. Давай. Есть. Все. Сегодня ты ни хрена не взорвешь, Шиза. Не сегодня. Где ты спрятался? А? Давай. Вот так. Это не пулемет. Глушитель не так сильно портится. Итак, опять смотрим видео. Здесь меня, наверное, глючить будет. Ну, лейтенант, где этот сраный детонатор? Пошел ты, чтобы меня тут завалило. Уивер, ты сам знаешь, почему-то на этих видео у меня глючит, я не знаю почему. Говори, где?
Отлично. Да. Вывер, где этот чертов? Это вообще упал. Ну это вот либо себе, ты либо мумушке, либо выкинуть. Не заставляй тебя убивать. Убьешь меня, ни хрена не получишь. Вывер! Шиза, лучше отпусти его. Вот так. Эй, эй! Так, я их сожгу нахер. Уивер, уходи отсюда! Быстрее давай! Мои люди возле северных ворот, уходи! Боец, все в норме. Какой же ты упертый сукин сын, Санчо! Я слышал, что ты сделал. Как ты их убил? Всех тех упокоителей. О да, ты утопил их, как кучку сраных крыс. Ты оказал мне эту услугу. Но Майк бы с тобой не согласился, верно? Просто чтоб ты знал, я не хотел его убивать. Правда? Я правда не хотел. Не оставил мне выбора. Я пытался до него достучаться, но он не хотел слушать. Ни в какую! Ты, наверное, сгораешь от злости, да? Аж сюда приехал со мной. Ты гнался за ней? Да? Так ведь? О, да, ты же вернулся за своей девчонкой. Но у меня для тебя плохая новость. Когда Коули тебя освободил, полковнику это очень не понравилось. Очень. Он расколол ее как яйцо. Как яйцо, мать его! Так. Блин, как профессиональный хитман. Да, в пузо тебе. Всех перебил. Сейчас он меня ни хрена не сделает, пока это видео не будет. А сейчас мне придется кувыркаться, твою мать, потому что мы подорвемся, как лошары. Ну такое. Но фишка-то не в этом во всем. Подождите. Ах, козел! Я тебя голыми руками. Твою мать! Не тебе. Ах, козел! Я ж тебя голыми руками удавлю! Ты понял? Нет. Да не так! Блин. Там перекатами всего лишь надо-то. Ах, козел! Я ж тебя голыми руками удавлю! Нет. Ты понял? Вот так. Несложный прилет. А дальше? С удовольствием! Оп, мимо. Ты знаешь что? Раньше я бы, пожалуй, вытащил бы тебя в водище. Ну, типа фриком на корм. Но не, ты не бойся. Я так не сделаю. Знаешь почему? Они, конечно, тебя разорвут. Но как-то без удовольствия. Вот, и с этим с удовольствием. Ну, давай. Знаю, что там, господи, происходит. Вот здесь самое неинтересное. Интересно, как его кохнут. Внутри мы в безопасности. Этого тварь, эту вонючую скотину. Слушайте, и жаль, что это буду не я.
Ну, такой спойлер, это да. Святая земля. Блин, еще. Ну ладно. Я не знаю, когда и почему, но я видел нечто, может, месяц назад, ощутил нечто, чего не ощущал уже давно, и я знаю, что многие из вас разделили это чувство. Я думаю, что мы... Дикон? Будь добр, пистолет. Сядь. Я не понимаю, кто друг от друга пистолет наставит. Если ты выстрелишь первым, ясен пень, что в тебя не выстрелят. Ну, надо попасть. Ты не уверен в себе? Скрученное ополчение больше нет. Не желаешь ли чаю? Очень вкусный. Сара, налей нашему гостю чашечку. Ковчег был... Смотрите, после... она сейчас покажет, не пей! После очищения мира один лишь ковчег мог позволить нам все восстановить. И вот этот отголосок он хранит к Игре престолов. Все, что для нас важно. Из цветов, которые... Она собрала, она говорит, я сварю тебе чай, ну тогда ты умрешь, и вот здесь вот она... Не нашли, кто бы играл да. На пианино. Много отголосков здесь. Сама игра основана на... Ну, теперь не важно. Игру PlayStation Splinter Cell. Некому будет слушать музыку. По-моему, нет, не Splinter Cell. Сифон Фильтр. Все разрушил. На игру Сифон Фильтр. Все, ради чего мы трудились. Нет, полковник, не я. Это вы начали святую войну. Если выбирать между вами и фриками... Выберу фриков. Я бы выбрал фриков. Эти хоть убивают просто ради жратвы, а не как вы, безоружных женщин. Нет! Смотрите на лицо полковника! Конечно. Вот она. Одуванчик полевой, семейство сложноцветных. Вставай. Вот так. Пойдем. Помогите. У меня кровь! Помогите! А где Бухарь? Погиб. Сходи, принеси воду, пожалуйста. Да, хорошо. Эй, а вы можете там навес поставить? Помогите! Прошу вас! Эй! Эй, вон там вход в пещеру. Там припасы, медикаменты. Бери людей, иди. Ты и ты со мной. Рики! Эдди! Я помогу. Я врач. Все кончено. Те, кто не был убит или задет взрывом, попросту сдались. Где Бухарь? Рики, мне нужна помощь. Здесь печальная история. Бухарь въехал в ворота. Рики! Иду. Эй, ты мне-то оставил? Бухарь. Извини, опоздал. Нет. Нет, нет, нет. Я спрыгнул. Какого хрена? Прямо на краю моста. Я видел машину. А вот здесь, да. Взрывная волна. Даже подбородок рехнула. Покатался. Похоронил его уже. Что? Ты что, решил, что я подорвался?
Кто бы тогда тебя доставал? Ну, я. Привет! Привет. Сестренка. Это долго рассказывать. Ну? Слыхал, тебя кое-кто ищет. Что? Все уши мне прожужжал. Его не слушай. Это было... Это была вообще его идея. Рики, Эдди, кто из вас меня отсюда везет? Вот самое что прикольное, и Рики, и Эдди, они, да, любят друг друга, полюбили. И как они везут его домой, тележки, это отдельная история. Тебе обязан. Давайте послушаем речь. Говорят, ты собираешься тут все восстанавливать? У полковника были хорошие идеи, если откинуть весь бред. От кого-то я это уже слышал. От кого? Коури? Знаешь что, пошел он. Эй. Бросил нас подыхать. Если б не он, мы бы сдохли. Как скажешь. Короче, попробуем еще разок без армейской херни. Эй, ты мою речь пропустишь. Ну и ладно, рыдать не стану. Дик, было жарко. Да, это точно. Мэнни, о, да ты еще живой у нас. Все пошу. Ну да. А так и целей будешь. Неплохо для намада. Брат. Победили! Ты победил. Слушай, честно говоря, я ведь реально подумал, что ты решил сам подорваться. Ты чё, у меня ещё здесь дела? Задай им жару. Ага, задам. Джек бы гордился. Ты победил. Мы победили. Иди сюда. Ну? Говори, мне полезно зажечь свечку. Это... Да. Ни хреновая вышла свечка. Да. Бандиты такую зажигали. Я с нетерпением жду твою речь. Итак, речь. Ну какая там еще речь? Ну-ка, минутку. Мэм. Черт. Хватит меня. А что такое? Почему все притихли? Ждут твою речь. Ну, тебя ждут. Твой выход. Черт, твою же. Я знаю, что у нас очень много дел. Так что... А так. Я не лидер. Уж как хотите, это так. Но сегодня вы сделали такое, то есть мы сделали. Сражались плечом к плечу. И не по приказу каких-то ублюдков. А потому что так... Было нужно. И что вышло? Победа! Вы боретесь за жизнь, за спасение других людей, чтобы все были живы и сыты. И вы жертвуете всем, что у вас есть, и даже собой, чтобы мир стал лучше. И вот поэтому мы здесь. Поэтому мы живы. Ведь без надежды на лучшую жизнь и на лучшее будущее нет и борьбы. Вот Железный Майк считал, что мы сами можем менять мир своими руками. А? Что мы сделали?
А? Что мы будем делать? Видите? Это только первый шаг. А, говорил, будет не речь. Да, облажался. Ну, как получилось? Ты знаешь, неплохо для вольного байкера. Вольного байкера, значит, а? Ну, покатаемся, красотка. Я даже не знаю, смотря где. Да где сами захотим. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Да, игра хорошая, но у нее есть и продолжение. После этого есть еще миссии, но они уже не относятся к сюжетным. Ну что ж, на этом пока.